Все, что тебе нужно знать о жизни в этих четырех картонных стенках. Заметь, что одна сторона твоей личности соблазнилась иллюзорным величием. Здоровой золотистой пачкой с королевским гербом. Привлекательный намек на гламур и богатство. Нам тонко намекают, что сигареты – наши верные и благородные друзья. А это неправда. Другая часть твоей личности привлекает внимание к обратной стороне вопроса. Там жирным текстом, черным по белому написано, что эти опрятные маленькие солдатики смерти на самом деле хотят тебя убить. И это правда. Вы курите. Что вы хотите? Тут ходят дети. Вы курите в общественном месте. Вы когда-нибудь задумывались о вреде курения? Нет, сигарет мне ничего не сделают. Вы знаете, сколько там химии, мышьяк, смог? Это все бывает. Мы как-то не задумывались. Что, какие тут химии? Ну. Я крутой. Ну, подумайте. Это губит ваше здоровье. Можете жить без сигарет. Правда, уже. А зачем мы курим? Не знаю. Фу, я больше не хочу. Давай, курить. Может, выбросим. Фу, а зачем эти сигареты? Ребята, вы сделали правильный выбор. Спасибо вам за то, что вы поставили меня на рынок.